Больше полувека в профсоюзном движении. Ольга Дёрина сегодня принимает поздравления с днем рождения, но гости не могут промолчать о заслугах ветерана труда. Столы засыпаны цветами, но еще больше в адрес Ольги Васильевны сыплется добрых слов. Большую часть своей трудовой деятельности вы посвятили развитию профсоюзного движения. Вы создали коллектив единомышленников, друзей, которые были способны подставить плечо всем тем, кто обратился к вам за советом, за помощью. Мы знаем вас как человека искреннего, доброжелательного. Первые уроки профсоюзного движения Ольга Васильевна получила еще в студенческие годы. Окончила Красноярский медицинский институт. В Уссурийске врачебная практика началась в здравпункте пединститута. После перевелась в стоматологическую поликлинику зубным врачом. Вас знают и ценят и уважают не только в нашем Уссурийском городском округе, в Приморском крае и за пределами нашего Приморского края. Компетентность и выдающиеся организаторская способность – это те качества, которые сделали вас такой, какая вы есть на сегодняшний день. Мы вас очень ценим, любим и уважаем. Представители органов местного самоуправления наградили именинницу за добросовестный многолетний труд и преданность профессии. За полвека работы множество благодарностей, грамот, медалей и нагрудных знаков. За доброту, человечность и организаторские способности – добрые слова. Для нас вы не только председатель горкома профсоюза работников здравоохранения, для нас вы наш любимый врач, который дарил красивую улыбку взрослому и детскому населению. Вы всегда были отзывчивы. Вас с теплотой вспоминают многие пациенты. На прием к Ольге Дёриной до сих пор по старой памяти пытаются попасть пациенты. Но сегодня ветеран труда и Общероссийского профсоюза работников здравоохранения на заслуженном отдыхе. Тамара Илюхина, Алексей Шаповалов. Телемикс.